Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге. Вместе с полномочным представителем президента России в СКФУ Олегом Белавинцевым и коллегами, главами Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алании, Рашид Тимрезов посетил военно-морскую академию имени адмирала Кузнецова. В настоящее время это единственное в России высшее учебное заведение, готовящее инженерные кадры для военно-морского флота, пограничной службы и управлений Министерства обороны России. Глава республики, начальник вуза Владимир Касатонов заключили соглашение о взаимодействии Карачаево-Черкесии с вузом по военно-профессиональной ориентации и отбору кандидатов для поступления в Академию ВМФ. Как подчеркнул Рашид Тимрезов, учиться в таком учебном заведении почетно и престижно. И добавил, что будет рад, если как можно больше ребят из нашей республики станут военными моряками и будут защищать Родину. Для глав субъектов Северо-Кавказского федерального округа уже становится такой доброй традицией нашего вовлечения в жизнь военно-морского флота. Я хочу, Олег Евгеньевич, вас поблагодарить, что помимо Крыма, помимо Черноморского флота, мы уже сегодня здесь имеем такую возможность. На самом деле, для каждого ребенка очень важное и знаковое событие, подписание такого соглашения. Еще раз вам на это слово благодарность. Но мне, наверное, сложнее там вам, молодым ребятам, что-то советовать. Тем более вот рядом со мной сидят два героя Российской Федерации, Олег Евгеньевич и Юнусбек Бамангиревич. Юнусбек Бамангиревич у нас тоже генерал. Я могу точно сказать и уверен абсолютно, что вы будущее нашей страны, будущее нашей великой Родины. Я хотел бы, Владимир Иванович, от себя лично вас тоже поблагодарить и заверить в том, что мы практическая реализация нашего соглашения обязательно перейдет.